Привет, ребята! Сегодня я покажу вам еще один прикольный режим Хаги-Ваги в Roblox. Итак, вначале нас встречает древний свиток с надписью, и на нем написано следующее. Найди цветочек. Не пытайся покинуть это место, пока его не найдешь. Я дам тебе ключ-карту, это тебе пригодится. Закрываем свиток и бежим направо. Внимательно смотрим в верхний угол и запоминаем вот эти 4 цифры. Теперь выбегаем из комнаты и бежим прямо к противоположной стене. Там есть кодовый замок. Тут-то и нужно ввести цифры, которые мы только что увидели. Оп, и мы открыли дверцу. Ого, это же верстак из Майнкрафта, а на нем еще один тайный код. 7891. Выходим и поворачиваем налево. Вау, это же крутой компьютер. Мне срочно нужно поиграть в Roblox. Странно, чего это он не работает? Наверное, на нем вирус. Эх, не повезло. Бежим дальше и видим еще один замок. Вводим код, который лежал на верстаке. Кстати, не забудьте нажать на красную кнопочку, чтобы обнулить пароль. Пум-пурум-пум-пум. Включаем музончик и бежим налево. Пробегаем коридорчик и опять поворачиваем налево. В этой комнате нам нужно снова вводить какой-то код. Кстати, на стене есть подсказка. Я не сразу понял, что она означает, но поднявшись по лесенке, я увидел еще одну подсказку. Это буквы AOAG. Когда я вернулся к первой подсказке, то сразу угадал код. Нам нужно заменить буквы цифрами, на которые они похожи. А похоже на 4, О похоже на нолик, а буква G на циферку 6. У нас получился код 4046. Кстати, над этой дверью есть полочка, и на ней лежит голова импостера. Как вы думаете, кто ее сюда спрятал? Если вы знаете, тогда обязательно напишите в комментариях, откуда она здесь взялась. Мы ввели правильный код и попали в следующую комнату, в которой на стенках написаны примеры из математики. 3 разделить на 2, 2 на 6, 1 на 3 и 4 на 9. Я так и не разгадал, что это значит. Наверное, потому что я больше люблю литературу, чем математику. Но я не расстроился, так как у Лайки всегда в запасе есть лайфхак. Повторяем за мной. Нужно очень близко подойти к двери и немножко отдалить камеру вверх. Поворачиваем ее направо, чтобы заглянуть за стену. Делаем это очень аккуратненько. Ага, видим зеленую кнопочку, на которую можно нажать. Фокус-покус, и дверь открылась. Запрыгиваем на ступеньку и бежим направо. Да тут же какой-то лабиринт. Но не пугайтесь, он небольшой. Кстати, в лабиринте ходит настоящий Хаги. Если вы вдруг встретитесь, жмите Shift и убегайте. Он очень медлительный и вас не догонит. Наконец-то мы нашли выход из лабиринта. Ого, ребята, а вы знаете, как зовут этого монстра? А это кто тут у нас? Уронили Хаги на пол, оторвали Хаги лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Теперь настало время вспомнить про ключ-карту, которую мы получили в начале игры. Берем ее в руки и открываем дверь с табличкой. В этой комнате стоит столик, на котором стоит стульчик, на котором сидит куколка Поппи. А на стене слева свиток, на котором написано: «Ты нашел это! Теперь ты можешь уйти! Спасибочки огромные, что разрешили! Наверное, бабуля меня уже заждалась. Побегу домой пить чай с печеньками и записывать новый видосик. А чтобы его не пропустить, скорее жми на колокольчик. Лайки, всю игру прошел, и лайфхак для вас нашел. Всем спасибо за внимание, всем ребятам до свидания».